Казачья культура богата не только своими обычаями в быту и ремеслах. В первую очередь казаки – великолепные бойцы, и их традиции в военном деле не имеют аналогов в мире. Утраченные в начале 20 века знания постепенно восстанавливают. К таким знаниям относится и искусство казачьего боя «Спас». На Кубани турнир по этому виду единоборств проводится в 14 раз и уже имеет статус международного. В этом году очень много участников, и это радует, что именно казачий рукопашный бой «Спас» то есть прогрессирует, все больше и больше казаков начинают заниматься этим видом спорта. Сергей Ходорченко занимается спасом с 13 лет. Ему выпала честь открывать турнир своим поединком. Говорит, сначала даже не думал, что получится победить. Страх был. Вышел на ковер, как бы чуть-чуть почувствовал себя нормально. Соревнования собрали больше 200 спортсменов и 14 команд. По итогам турнира большее количество золотых медалей завоевали хозяева – казаки Анапского районного казачьего общества. Второе место в командном зачете досталось представителям города Крымска, а третье – спортсменам из Горячего Ключа.